Сидим под гитарку уже двое, репетируем песни. Втроем там даже родители так мы уходили, говорят, да, последний раз хорошо было. А звоним Катку. А сняли песню, блядь, вот это мне интересно. Которую песню? Какую? Когда они рты все открывали, и причем Вова больше всех рот открывал. Даже там не сработала даже кнопка, я понял. Не, все. Не было чем уже. А я же сзади сидел, смотрел. Я в этот, да, я в этот момент просто оборачивался на зал, это надо было снимать в начале зала. А я сзади сидел. Особенно взрослое поколение, они такие. Особенно их Вова возмутил, ну понял, он здоровый. Там Вова здоровый, ротный. Потный. Вот такие глаза. Рукава закатаны и... Там же высоконосная акапельна. Ну я сзади сидел, я их не видел. Я же сижу в четыре спины. Репетируем. И звонит Каткову. И Катков говорит, ты когда репетировать будешь? И Янша говорит, а то там будешь, говорит, козлетонный пускать. Я же сказал.